Вот уже 10 лет подряд Центральная детская библиотека в Видном за пару месяцев до Нового года проводит творческий конкурс среди юных читателей. Холл учреждения то украшали самодельные валенки всех размеров и мастей, то хендмейд елочные шары, то поделки в виде символа года. В 2018-м, к примеру, это была упитанная розовая свинка. Всегда очень много работ, потому что в одном из конкурсов мы получили 999 работ. Да. И они всегда нас удивляют вот своим творчеством, своим видением, использованием различных материалов. И вот на днях руководство библиотеки объявило о старте очередного новогоднего конкурса с говорящим названием «31-12-2022». На этот раз жюри будет оценивать мастерство изготовления новогодних или, как их еще называют, рождественских венков. Они не должны превышать размеры 30 на 30 сантиметров, и это единственное условие. Форма, материалы, стиль декора – все на усмотрение юных творцов. По итогам конкурса, конечно, происходит награждение, обязательная выставка, вот, которая украшает этот холл. Постараемся сделать эту выставку интерактивной, то есть какие-то игровые задания по этой выставке, чтобы посетители библиотеки не только посмотрели, но и поиграли вот такую новогоднюю сказочную игру. Победители в различных номинациях получат грамоты, памятные призы. Спешите принять участие. Работы принимаются с 11 до 19 часов каждый день, кроме понедельника, до 25 ноября. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.